Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешивать на английском сервере. И сегодня у нас уже была Фрея, а это у вас завтра, у меня сегодня. А у нас сегодня тест тоже неплохого героя. Вот такой вот нестандартной рогатки, прокачанной на максималку. 30к атаки, 800к жизни, 9 соя поставил, специально тестировал. Есть 9 жива, то есть такая вот сборка. Пока тут сейчас у меня стоит пакт, мы потестим на подземках, посмотрим, что от героя можно ожидать, как он себя будет восстанавливать и прочее. Вот такая вот, в общем, сборка. Поехали сразу же на локации, посмотрим. Начинаем, как обычно, с подземочки, где я тестирую. Такс. Ну, герой PvP-шный, больше на архе его используют. Да, и на других локациях имеет приспешников. Довольно-таки интересный из последних героев. Универсальный. Смотрите, что делает. Просто жестко шатает. Не знаю, мне он все больше и больше нравится. Вот его приспешников бьет, он себе сзади в шапочке их шатает всех. Смотрите, смотрите, как накидывает снежки. Фига себе там урона у него. Один отражает, один отхиливает, усиливает. Ну, в общем, все как надо. Плюс окаменение. Вот посмотрите на этого героя. И реально очень крутой герой. Там по нем бьют, там вообще фигня по нему проходит урона. 1 400 000, ну это нечто. То есть вот такой вот герой, очень-очень интересный. Раздает, конечно, он наваливает. Его максимум, что можно отличить, это то, что у него рогатка. Не знаю, мне нравится. Окаменение, все дела, в общем. Сейчас только чик. Круто. Давайте посмотрим дальше, что он сможет. Давайте на пятую. Марка 5. Думаю, здесь тоже будет. Должен тащить, по крайней мере. Ну, там снеговик подбежал, точно такой же. Так, ну, будет окаменение или нет? Ну, давай уже тащи. Жесть. Короче, ну. Так. Давайте мы немножко другого героя поставим. Поставим его вот так. Вот такой сборки он должен тащить получше. Вот, пошла жара. Ну, конечно, выносит он жестко. Самый большой плюс то, что у него приспешники бегут перед ним, он дальник. Если бы он был ближнего боя, честно говоря, он бы не настолько был топовым. А почему? Потому что бы его атаковали. Ох, нифига себе, ну Атлант. Так, все. Хочу еще его затестить на со стороны черепа. Посмотреть, что будет. В общем, герой для забытой битвы самое то, самый сок. Ремку ему, чтобы сразу включался, он автопроком сразу кидает ульту свою. Так, ну что тут? И черепу мы скажем, до свидос или нет? Ну, не вариант. Такое, ну, однозначно лучше, чем гарпия. Поехали на ренку. У меня должны быть еще попытки есть.
Ставим сюда его. Тут, конечно, желательно нам найти кого-то, чтобы мы сразу попали на ту линию, на какую нам надо. Так, ну тут нас, наверное, сейчас тупо шатанут. Мы с пактом. Чем мы кого-то там ушатали или нет? Не знаю, не видел я, кто там был. А, давайте поставим ему ремочку, чтобы он сразу же включился. И пойдем дальше уже тестировать на по локациях эту гаточку. Ну реально, с талантов СО, мне кажется, больше всего либо живо подходит. Нету смысла там особого урона. Я показывал вам с пактом кучу разных рогаток. Лучше все-таки жизнь дев. Так. Ремочка. Есть. Поехали. Еще раз против него. Вот смотрите, ремочный вариант. Ай-яй-яй-яй, заблокировали. К сожалению. Но все же лучше все равно, чем этот. Посмотрите, там, конечно, герои серьезные против нас. А, лучше, чем с пактом он был. Так, ну смотрим, что тут будет. Просто ваут вынес нафиг. Даст видос. Вот тут Фрейя, не знаю, затащит, не затащит. В принципе, стан. Точнее, заморозка. Ну, посмотрим. Посмотрите, что он делает. Да это просто жесть, ребят. Это мы Фрейя 11, все равно вот этот именно стан. Заморозка. Жестко. Реально очень жестко. Ну, как видите, урона против Гарпии, у которой там 500 000 вылетает. Здесь максимум 200 тысяч. Ну, это немножко разные сборки, поэтому вот так вот. Все равно вы видели, сколько героев сносит. По локациях то же самое. Так, ну давайте еще. Ой, нет, тут сейчас нас просто хлоп и все. Хотя нет, смотрите, тащит еще немножко. Кто-то там сопротивляется. Так, хорошо. Expedition. Сбиваем. Поехали. Тут у нас вражеская Фрейя есть, а у нас ремка стоит. Ну, такое, сейчас пропадет наша атака, все равно смотрим. Если что, я перезалью потом. Фига себе дал. Посмотрите, что делает. Я офигею, ребят, посмотрите. Нифига себе. Вот это, ребят, называется мега унижение. Офигеть. Просто офигеть. Ну. Добейте. Добей. Фига себе. Вот там. Офигеть. Вот так вот, ребят. Посмотрите, какие герои после. Просто жесть. Один против такой пачки. Круто. Это однозначно круто. Поехали. Вот тут попроще все. Давайте тут сразу на пачку кинем. Вот
они такие все стоят, и только хлоп, и половины нету. Хорош. Однозначно это плюс. Такие герои должны быть, они не особо там имбовые, но они универсальные. Да, там не потащит всех героев, но это командные герои, которые реально нормально поможет. Самое интересное будет по локациях. Так, есть. Наносит, конечно, бешеный. Блин, надо, наверное, тут 9-й пак. Тут чисто силой намного круче все. Жесть. Пока там воюет с приспешниками, он все свободно заходит и шатает. Посмотрите, что делается. Просто офигеть. Плюс быстрый заряд энергии, то есть набор очень быстрый. Это тоже один из плюсов. Так, ну тут, конечно, рандом, тут нас заблочили. Сейчас нам скажут до свидос. Хорошо, поехали на забытую форм тим. Киллер, ну поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не на ту пачку вот. Ладно, в принципе. Тут огник, мы бы тут ничего не сделали. Так хотелось немножко по-другому напасть. Как видите, огника просто шатают. Ему не дают ударить. Его блокируют, его замораживают. Его станет. То есть вариаций, как видите, очень много, поэтому огника убить не так уж и сложно. Главное, конечно, смотря какого, но имея определенных героев, можно реально нормально тащить. Ну да, опять же, видите, попасть в кулдаун. Вроде и сколько продержались, а там еще Анубис жив. Я себе. У меня герои разобраны, конечно. Все равно 20-е прорывы, посмотрите. Воль до сих пор держится. Вот, отлично. Сейчас увидите, как сольется, наверное. Отражалка. Ну, посмотрите, как герои посели. Это не атакующий. Если был бы, конечно, атакующий талант, то, наверное, намного быстрее бы отражалки слились бы. Посмотрите на это. Сколько урона выдерживает. Круто. Ну тут вариантов как бы не особо много, но могли бы затащить. Ну один против таких пачек это Unreal, хотя есть герои с 20-м прорывом, которые реально тащат. Это Фрейя быстро пропала. Череп, конечно, бешеный с разбросом. Ну посмотрите, что вы на это скажете. Как по мне, реально очень круто. Осталась одна смертушка. И отхил, в принципе, от приспешника неплохой. Противогникам надо святого одевать. Рунки. Так, есть. Затащили красавчики. Сейчас только хлоп. Не даю зарядиться. Посмотрите, что делает. Едь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Хотя, в принципе, не затащит. Наверное, чуть-чуть не хватит. Чуть-чуть нам не хватило. Пенчбукс, видите, все испортил. Но все равно неплохо. И герой еще убивается об отражалку приспешника. Это тоже очень круто. Смотрите, как молчанки поработали у меня, у него, и все просто тупо ничего не могли сделать. Так, есть. Ну, давайте еще против этого тестанем. Круто. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете, какие у вас сборки, какие сборки вы хотите увидеть. Ну, реально, герой очень-очень достойный. И на смотрителя его можно брать, испытания смотрителя на PvP-локации разные. В общем, много мест для его применения. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.